У листопаді очікуються два затемнення. Перше – сонячне – відбудеться 14-го числа поточного місяця, а друге – місячне – 28-го. Але жодне з них мешканці Дніпропетровська та усієї України не побачать, оскільки спостерігати його можна буде тільки в акваторії Тихого океану та в частині Північної Австралії. Проте, каже астролог Таніта Талі, подібні явища, навіть невидимі для ока, сильно впливають на психіку людини. Тому у ці дні краще по можливості не виходити з дому, особливо це стосується вагітних жінок, не знаходитися у місцях скупчення народу, адже в цей період люди стають агресивними, та зайнятися духовними практиками і відмовитись від шкідливих звичок. Також в одежі, в якій ви будете знаходитися во время сонячного затмення або лунного затмення, її краще в цей день поносили і в наступний день зняли і вже відправити стирку, а використовувати її вже можна після стирки тільки. Рекомендовано також не виходити з приміщення во время затмений, поскольку солнышко закрывается в этот момент теневой планетой Раху, а это планета иллюзий, и мы попадаем в такие иллюзии, как во время солнечных и лунных затмений. Поэтому лучше провести это время дома, в тишине, в спокойствии. Лунное затмение в этот раз полутеневое. Мы даже не заметим, что с Луной что-то произошло. Она погрузится не в тень, а в полутень земного шара. С затмением солнечным ситуация немножко похожая, но не совсем. В Днепропетровске ближайшее полное затмение Солнца произойдет в середине 22-го столетия. Таніта Талі, астролог і психолог, сьогодні наша гостя. Тож про затемнення і його можливі наслідки дізнаємося у подробицях. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте для начала розкажемо, що ж все-таки грозит психіки наших людей, які не побачать затмення, але, можливо, і спитають. Ну, буквально вже сьогодні ночью произойдет солнечное затмение в 00:12 часов, и поскольку солнышко это больше представляет я, да, и все, что будет происходить у нас в политике, могут происходить какие-то вещи. Вот уже сегодня в новостях мы слышали, что обостряются ситуации. А лунное затмение состоится 28 числа, и оно все-таки влияет на нашу психику. Поэтому в это время, во время лунных солнечных затмений, лучше всего заниматься духовными практиками. Что здесь подразумевается? Это слушать какую-то музыку, мантры, либо классическую музыку, успокаивающую ум. Читать мантры, молитвы хорошо. Очень хорошо избавляться от вредных привычек. И вы можете сегодня, придя домой, зажечь свечку, но прежде принять контрастный душ, да, потом зажечь свечечку, поставить, и на свечку вы говорите, от чего вы хотите избавиться, от каких-то вредных привычек. Либо можно взять листочек и написать все, чего вы хотели бы избавиться, потом этот листочек сжечь, да, и развеять по ветру. Нет, 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 лучше по ветру. Очень хорошо очищать пространство вот в такие дни. Можно почистить квартиру, почистить себя, принять, например, ванну с морской солью, почиститься физически. И духовно мы очищаемся, когда мы читаем молитвы, либо мантры. И вот такие вот рекомендации можно выдать на сегодняшний вечер. Я рекомендую исключить прием пищи за хотя бы минимум часа 4 до затмения и не выходить из помещения, не путешествовать за 4 часа до затмения и после затмения. Но поскольку у нас солнечное затмение будет сегодня ночью, то мы будем благополучно спать. А вот или не будем, возможно. Ну вот здесь я всем выдаю всегда рекомендацию соблюдать режим дня и ложиться по возможности, независимо от солнечных, лунных затмений, спать до 10 часов вечера, поскольку планета Араху, планета иллюзий, страха, она влияет больше всего с 10 часов вечера до 2 часов ночи. Поэтому даже несмотря на затмение или нет, лучше ложиться спать пораньше, да? Вот обычно говорят, что люди, которые страдают гипертонией, да, или сердечными заболеваниями, более подвержены влиянию. Абсолютно верно. Сейчас обостряются такие у людей
которые имеют болезни сердечно-сосудистой системы, у них могут происходить обострения. И, конечно же, у гипертоников, те, которые давление, тоже могут быть обострения. Плюс люди, которые находятся сейчас на лечении, очень сильно влияют такие изменения на людей. Поэтому лучше больше отдыхать заниматься какой-то легкой работой, если уж прям нужно работать. И за две недели до затмения и после затмения, получается, весь ноябрь практически лучше исключить любые виды начинаний. Угу. Если кто-то надумал переезжать в какой-то новый дом, лучше этого не делать, замуж не выходить, новый бизнес не открывать, место работы не менять. Вот что-то такое, которое долгосрочное, да, и оно влияет на нашу жизнь, лучше перенести это уже на декабрь, на вторую половину декабря, когда закончится влияние всех затмений, потому что 28 ноября у нас, да, и плюс две недели после этого уже тогда можно будет что-то начинать. Ну, а если все-таки нет возможности ежедневную работу прекратить, нужно ее делать, то быть предельно осторожным. Да. Просто делать спокойно, тихо, исключить какие-то волнования из своей жизни. Очень хорошо заниматься медитацией. По утрам она очень помогает, полезно, успокаивает ум. И людям легче потом уже по жизни, по дню идти после медитации. Спасибо вам большое за советы. Спасибо за визит к нам в студию. Спасибо. Що ж, затемнення явище природи, ми її частина, тож навряд чи зможемо залишитися осторонь. 14 листопада у вас, на відміну від мешканців Австралії, не буде можливості спостерігати сонячне затемнення. Натомість є привід спостерігати за собою і своїм станом у ці космічно активні дні. Такі поради нам дала наша гостя, астролог Таніта Талі, за що їй дякуємо, і продовжимо випуск.